Родственники приехали. Пилу привезли. Сейчас мы ее сначала включим. Что, пилить будем? Она работает. Пока ничего не будем пилить. Сейчас. Пока будем заводить. Да, сейчас мама что-то... Импортная. Слышишь? А скажи мне... Так, так, так. Теперь я буду еще и подрабатывать. Не выходя из дома. Вот таким макаром. Реклама, двигатель торговли. Болото сухое. Ой, овчарка. Шучу, я сразу видел. Опять не получается. Вася, кусты спиляв. Которые были вот здесь. Пенечки еще выкорчевать. И буду ставить здесь душ. Прям рядом с краном. Дети, на дорогу не выходим. За ручки взялись. И не беги вперед. Катюха, Ксюха дали. И Максюха. Деньги на мороженое дали. Да? Много? Да. Что, хватит всем, да? Да. Отлично. Пошли. И пирожное, да? Нет, растолстеешь. Только мороженое. Не пыль. Хороший день. И двигаться совсем почти не лень. Тихо, не шумите, не шумите. Вот находочка. Прямо на дороге. Ну это, по-моему, уж. А может быть и шахматная гадюка. Такой сувенирчик плоский. Кому надо. А я руками не трогаю, он еще не высох. Ты тоже не трогай руками. Все, идем дальше. Пусть сохнет, потом заберем. Это шутка, шутка. Конечно. Фу, в чем? О, блин, тут пол, да? Пол помылся, да? Ну да, как тебе сказать, первая стадия. Пол помылся. Мать, замечательно. Шторки везде сняты. Подоконнички протерты. Надо будет покрасить. Вика, покрасить на подоконнике. Вообще, думаю, тут главный минус. Да я шучу, я сам покрашу. Ну, это знаешь, этот как? Это ужасно. Как люди проветривают, вообще не понимаю. Том Сойер. Сергей, я муху поймала. Муху? Да. Нафиг тебе муху? Отпусти, пусть живет. Она уже сдохла. Чисто и уютно. Сергей, посмотри. Солнышко мое, вставай. Смотри, как я могу. Пороги тут, конечно, просто супер. Целенькие, красивые. Я доволен. Славутич телек. Вот такие ручки. Ой, куда же риска сдевается-то? Горе какое. Потолок лепнина мне тут особенно нравится. Прикольная, в другой комнате я сам разрисую. Ветки на крышу упирались, подпилили, точнее Максим подпилил. Уже утянули их отсюда. Оборвали случайно на сарае, шли провода. Теперь в сарае электричества нету, временно. Воду, позовешь меня? Прошло время и для шашлыка. Там хорошо, дымит еще. Ничего, ничего, нормально. На фруктовых дровах. Частично. Мясо. Вот я кусок рвану. Я тоже попробую. Смотри. Потим. В общем, сегодня и грустно, и весело.
Максим себе туалет соорудил. А ну представь, Максим. Вот. Эта конструкция представляет собой каркас из настоящего дуба. И гениальной сидушкой с... Так это не дуб, это сосна. Ну какая разница, что ты палишь контору? Так. Она была дальше от дома. Вот туда, в дебри. Нет. Эти, пока они еще есть. Вот так вот берем, ставим. Пакет не улетает, так как он стоит на гвоздях. И можно садить, сидеть и какать. А, еще по сезону можно абрикоску кушать сразу, да? Да, вот по сезону так сидишь там, например, вместо телефона сидишь. А вот и сушка тут висит. О. Ладно. Всем пока. Ты что, его потом мы разбери его, когда будешь ну, его конечно. Уже. Зачем? Чтобы я не спотыкался. Зачем разбирать? Будешь садиться? Будешь приезжать, да? Да, буду приезжать. Хорошо, тогда я накрою его чем-нибудь. Да, все, уходи. Пыли, чтоб... А, давай, все, мы пошли. Серьезно, уйдите, буду трогать. Шашлыки закончились. Ну, то есть, уже все наелись. Максим, что у меня на смарт, извините. Максим. Маленький вот этот, ну как маленький, младший. Яйцо нашел, что я в курятнике нашел, хочет разбить. Я не возражаю. Делаем ставки, что это будет. Я думаю, это будет какое-то протухшее яйцо. Я думаю, будет нормально. Протухшее яйцо. Ну давай. Давай сейчас посмотрим. Подожди, я камеру приключу. Гомункул вылезет. Может на землю лучше? Ого, фу! Да. Оно реально уже... Оно было вареное. Ножик тебе, ножиком не колупай! Ёшки-палки, ну зачем ты заставляешь на себя повышать в глаза? Братиш, ну зачем ты так делаешь? Яйцо было вареным. В принципе, его еще можно есть, с голодухи. Кушай, Сережа, кушай. Да пусть полежит пока. Есть пока что жевать. Какие у тебя глаза, как то яйцо. Луна, луна, цветы, цветы. Ну что, вы домой? Да, Серега, поедем домой, подустали трошки. Ну правильно, езжайте. Эх, жетуха. Стой, стой, что за мешок вы потянули, а? А, все, понял, это шторы. Да там же трусы, которые обещали тебя стирать. Трусы, которые ты загадил? Я трусы не нашел. Шучу. Придурок. Два придурка, шо? Биба и Боба. Вылезла. Бегом, папа сказал, вылезла. Короче, скоро у тебя тут будет город-сад. Город-сад, да. Запудово. Да. Сегодня день тяжелый был. До свидания, друзья! И снова я сам. С табличками с этими, может, веселее будет. Значит так. Пока светло, докладываю. Ну, это я показывал, это ужин. Вот такой вот я соорудил. Временный душ. Верхушку еще не поставил. Вот сюда вот так залазишь. Здесь стульчик поставлю. Небольшой. Сидячий душ называется. А сверху будет баклажка. О, кто-то звонит. Полы помыты, обращайте внимание. А тут свет перегорел, наверное. А нет. Полы помыты. Денис. Алло. Привет. Привет. Да, целый день это. Целый день. Алло, алло. В общем, все поубирали.
Видео записываю. Переставили шкаф, помыли. Все это сделала Вика. Сейчас перезвоню тебе. Такие вот дела. Розетки не все работают. Полы чистые, мачты. Серые тоже. Потихоньку быт преобразуется. Стандартную бытовуху. Там койка сейчас стоит посередине. В общем, все. Ой, это моя тень. Несколько дней уже прошло. В доме решили проводку поменять. Сейчас в Яготыне. Вот какой магазин нашел. А, сейчас увеличу. Оптовичок. Носки, посуда. Хозгруппа. О, так это целый рынок получается. Еще как в советское время прям. За забором. Все дела. Есть еще места. Для ностальгии. Вось. Это все наше. Для будиночку. А вы мне потом этот листик можете отдать? Только вы тогда напишите, что к чему и почем, а то я запутаюсь, честно. Максим торгуется дешевле, хочет купить. Самолет Березанки. Парашют взял? Ну все, взлетаем. А парашют есть? Парашют тут есть, я уже увидел. В общем, канал Старик и Море. И т.д. и т.п. Все, гасим. Надо. Идем на взлет. Стекол сегодня нету, так что будет немножечко задувать. Все, я пошел. Вот, можно лететь. Все шевелится. Все положено, даже педаль осталась. О, тут педали вот какие. Двумя ногами. И тут есть. Только сидухи нема. А так все в порядке. Осень близится. Ну да, я мог бы его починить. Тут детали у вас основные, самое главное, все есть это. Винт. И фюзеляж, или что он такой, корпус. Да. Сейчас дам. Просто огромный. Просто во двор поставить, в огород, и прикольно будет.
только расскажи, что он до чего люди обращается. Церковь. Я сказала, ты до них на бурбаты, там ничего не надо. Священник. Ты за птица. Давай поговорим с тобой, не уходи. Не уходи. Да не уходи, ты не бойся меня. Иди сюда, блин. Ты индюк? Короче, первый раз я тут в селе встретил индюка. Реально у него с носа что-то свисает. Индюк. Или ты не индюк? Давай, подходи ближе, я ж тебя снимаю. Люди посмотрят, приедут, спасут тебя. Пришелец прям какой-то. Начал обстригать кусты. Будут квадратные. Вот такие. Это еще не обстрижены. Сегодня Максим опять с нами. Да уж. Убрали тут. В сельской жизни привыкаю. Тут убрали. Там убрали. В общем, потихоньку идет. Сегодня, кстати, 1 сентября. А вот и школьница. С магазина ехала, тут школьницы расходятся. Надо было сходить к школе посмотреть. Расход Майдан. Может, кто увидит себя. Схема. Вернулись все же доделать дорогу. Охотники за привидениями. Как це? Преса? Какого преса? Де папери? Сейчас привезу папери. Фух, в общем, возвращаюсь обратно к теме посылки, которые мне пришли. Расскажу со слов. Ничего там толком интересного нету. Ножик, который мне выслал один из подписчиков, я покажу в следующем видео. Сейчас в доме очень много пыли. Дышать буквально нечем. И сумку, в которой все приехало, я еще не распечатывал, возможности нету. Если я ее сейчас подостаю все,
то все будет в пыли. А на улице ее уносить мне как-то не очень удобно. Поэтому приношу свои солянчики, извинения. Всем пока. С вами был Серега. Сейчас еще покажу кастрик. Можете не переключаться. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло, чтобы не погасло, гори, гори, ясно. Вот это сейчас будет кастрик. Все эти деревья будем пилять. Выло треба, выло. Что-то оно не разгорается толком. Подойду ближе. Заснимутся диво. Ого! Вечер у соли. Да, в принципе, можно залезть. Залазь, будем жарить тебя. Шучу. Пошла жара в хату. Не могу рукой достать. Ну что, можно металл плавить. Красота! Ай-яй-яй, кто ж меня кусает? Извиняюсь, покручал. Чуть в мину не вступил. Сейчас пойдет. Шашлыки. Вот это шашлыки. Ох, тут уже так жарит. А-а-а. Да ярко пошла. А, пошел я сюда. Метров 6. Языки 7, да? А, надо отходить. Я уже начинаю плавиться. Самое интересное, что дыма почти нету. Ну так, когда костер горит, а вон тогда нет. Натурпродукт горит. Фруктовые ветки. Ну там не только фруктовые, там клево. Ого, лавы сколько! А, все, я пошел отсюда. Пекло. О, что, метеорит упал. Сим надо бранить.